Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Представители этого имени осознают, что появились в этом мире не для того, чтобы развлекаться, избегать обязанностей и ответственности. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Чаще всего владельцы этого имени достигают свои цели путем приобретения значительного материального и общественного положения, что им удается благодаря личным достоинствам и заслугам. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Носителю имени не придется заставлять трудиться. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости, порядочность и гражданское мужество. Носитель этого имени иногда раздражает окружающих чрезмерными амбициями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.